Приветствую вас на канале Твой Конфиг. Как обычно, ребята из компьютерного магазина Клик подогнали вот такой вот корпус. Что это за корпус? Почему он так выглядит и в чем его особенности? Мы узнаем в этом видосе. Погнали! Корпус — это производитель у нас First Player. Модель называется Bass. В принципе, я думаю, что вы догадываетесь, почему у него такое название, потому что он выглядит в виде бочки. Так что же в нем такого прикольного? Давайте-ка посмотрим. Итак, у этого корпуса в комплекте идет передний вентилятор. Это у нас 240 мм. Еще в комплект 320 идет. Два из которых ставятся сверху, а один сзади на выдув. Горизонтальное расположение материнской платы, скрытая проводка абсолютно вся, то есть вообще ничего не видно. РГБ подсветка, управляемая с пульта. Передняя панель у нас выглядит следующим образом. Эта часть используется закаленное стекло. Здесь у нас сеточка для продувки. Верхняя панель корпуса у нас получается два USB 2.0, один трешка, клавиши включения, клавиши перезагрузки. Здесь сеточка, под которой стоят два вентилятора. Магнитной сетки нет, чистить придется как-то так, снимая всю крышку. Это у нас оргстекло матовое. Здесь есть с двух сторон прорези подачи воздуха. Боковой торец, клавиши переключения RGB подсветки. Задняя панель у нас таким вот образом выполнена. Есть один вентилятор, разъемчик. Их не нужно выламывать, они съемные. Нижнее расположение блока питания и, повторюсь же, горизонтальное расположение материнской платы. С этой стороны у нас нет абсолютно ничего. Также снизу мы видим сеточки, фильтра нет. В общем, выглядит он реально как собой, с помощью вот таких вот крутилок. Кстати, качественные резьбы сделаны, и вообще фрезеровка металла очень хорошая. Держится он на трех таких болтиках и просто сдвигается. И вот мы в результате получаем вот такую крышку. Вставляем ее в сторону. Внутренности корпуса. Два 120-х вентилятора, которые работают на выдув. Задний вентилятор тоже 120-й. И передний вентилятор 240-й работает на вдув. В комплекте у нас... О, тут даже пульт есть. Пульта можно переключать RGB подсветку. Пакетик с болтиками. Пульт, ну, маленький такой, но все равно прикольно. На 8 вентиляторов управляемый. Круто. Инструкция и кабели, я так подозреваю, питания. Кнопочка переключения LED SV. USB-шки. В общем, все, что нужно для хорошего корпуса, все имеет. Как же нам попасть в зад? Подключил я RGB подсветку. Вот такой вот пульт есть. Сейчас посмотрим, какие у него режимы есть вообще. Это у нас выключение, включение. Сейчас горит зеленый свет, красный. То есть, как мы видим, у кулера горит по центру синий. У нас тут светится верхняя, задняя тут плохо видно, но он тоже светит. Регулирует скорость вращения вентиляторов. А, вот они, эффектики пошли. Очень приятненько, кстати, все это дело смотрится. И хочу заметить, его не слышно, как он работает. Шум, который вы слышите, это от моего фракталовского корпуса. Этот же корпус работает вообще бесшумно. А, это я вот, я сейчас яркость прибавил, а я и думаю, что-то как-то совсем не ярко он светится. Оказывается, он очень даже ярко. Можно уменьшить, сделать еле-еле, чтобы он не мешал. Но эффекты достаточно простенькие, то есть я не искал бы, что тут что-то такое есть. Но сделано все очень аккуратно, выглядит симпатично. Особого выпендрежа нет. Как он выглядит у нас сбоку? Стекло это тонированное. Итак, друзья, я, конечно, честно говоря, несколько в офиге, потому что вживую такой корпус еще не щупал. Мои впечатления очень положительные. Во-первых, потому что он тихий. Во-вторых, потому что он не стандарт. В-третьих, у него горизонтальное расположение материнской платы. А при учете того, что сейчас видеокарты, особенно там 2-3 лопастные, они имеют достаточно большой вес, здесь она становится замечательно, не нагружая разъемы, там PCI-Express и прочее. Нижнее расположение блока питания, внизу два отсека под жесткие диски 5.25. Все провода будут уходить вниз, то есть наверху вы их в принципе не увидите. СВО сюда наверх можно поставить трехсекционно, металл не жидкий. Такая прям нормальная сталь, фиг погнешь. Но, правда, корпус этот стоит. Я вам сейчас даже скажу, сколько. У ребят в компьютерном магазине Клик. Вы можете его купить сейчас со скидкой за 7790 рублей. Ссылочка будет в описании. Кстати, не забывайте подписываться на канал. А так он вообще стоит 8600, 9000, 10000. То есть эксклюзивный корпус, естественно, не за маленькие деньги.
Но прежде чем такой корпус покупать, подумайте о том, где вы его будете ставить. Потому что если у вас стандартная столешница, там 1,20 м, то уже как бы если вы эту бандахинину поставите, места уже будет мало на столе. Под столом тоже как бы это большой стол нужен, чтобы такое ставить. Но я вас могу заверить, что такого не будет ни у кого. Не забывайте подписываться на канал, пишите ваше мнение об этом корпусе, есть ли смысл такой покупать, а возможно именно вы уже его купили и используете, так напишите нам, как он в плане продувки. Хотя я вам хочу сказать, внутри места очень много, ему ничего не будет мешать, потоки воздуха будут тут циркулировать прям замечательно, можно даже что-нибудь горяченькое сюда ставить. Ставьте лайк или дизлайки, пишите комменты, переходите по ссылкам в магазин, подписывайтесь на Инстаграм, на мой ТикТок и бла-бла-бла-бла-бла. А самое важное, удачи вам желаю. Всем пока.